Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес, и мы продолжаем играть Adventure Capitalist. Это приключение, ребят, капиталиста, и посмотрим, что у нас происходит сейчас в данной ситуации на Земле, ребята, на Луне, и, возможно, мы сегодня, ребята, отправимся на Марс. Но давайте сначала разберемся, что у нас здесь творится. И меня здесь несколько дней не было. Я, в общем-то, зашел, посмотрел, что на Земле у нас вроде все нормально, ребята. Посмотрите, у нас денежки капают. 1,7 квадриллиона. Вроде как это колоссальная, огромная, ребята, сумма. Но здесь мы даже на нее не можем сейчас купить даже одну нефтяную шахту. Нефтяную вот эту нефтедобывающую вышку. Ребят, потому что она одна стоит уже, цены выросли на нее уже 2,9 квадриллиона. Это просто, ребята, сумасшедшие деньги. Просто, ребят, сумасшедшие деньги. Ну что мы можем сделать? У меня основная задача здесь на Земле, я хочу сделать нефтяные вышки до 200, ребят, догнать. Чтобы их было 200 штук, тогда нам дадут, тогда нам увеличат... В общем-то, доход в два раза там, да, увеличится и доход, и скорость воспроизведения, скорость заработка, так сказать. Так, апгрейды. Какие у нас здесь есть апгрейды? Можно здесь попробовать вот... А, сейчас у нас нет, наверное, да, 1,7 квадриллиончика у нас. А, в общем-то, за сутки там где-то зарабатывается у меня до 20 квадриллионов, поэтому... Я сегодня зашел, ребята, все деньги слил вот в нефтяные вышки. Пока денег, ребята, на Земле у нас не особо много. Ну, что мы можем сделать? Мы, ребят, займемся, наверное, апгрейдами в будущем. Я думаю, для 20 квадриллионов нужно, чтобы утроить доход нефтяных вышек. 10 квадриллионов для банковских. Банковские дела, так сказать, увеличить доход в 3 раза. И... Кинематограф 3 раза, 7 квадриллионов для этого надо. Так, а что там еще? Весь доход нужно увеличить за 3, за 50 квадриллионов. 3 раза весь доход увеличится. Это вот 50 квадриллионов надо. Это где-то несколько дней, ребята, нужно ждать, чтобы нам так накопить такую сумму. Ну а дальше тут какие-то ангелы-инвесторы. Эффективность 1%, что-то там еще лимонадные... Лимонадную индустрию можно потом увеличить 3 раза. Газеты можно будет потом. Автомойки, пицца и булочки и креветочный. Креветочный бизнес тоже можно увеличить. И вот у нас все вот эти вот апгрейды здесь на этом и заканчиваются, ребят, на Земле. Ангелы увеличивают доход в 3 раза. 10 тысяч ангелов. Если мы купим 10 тысяч ангелов, то они увеличат наш доход в 3 раза. Ну, ребят, здесь перспектива очень большая, потому что я смотрю здесь вообще 25 миллионов ангелов, 10 плюс 10 донат шоп, булочную у нас увеличится, плюс 10 газетам, плюс 10, а я что-то не понял, плюс 10 это что именно? 10 миллионов, миллиардов, миллиардов ангелов увеличивает весь доход в 9 раз, ребята. Это просто капец, жесть. Ну, тут у нас много всяких ачивок таких, да. А, так, менеджеры у нас, менеджеры все скуплены. А что у нас там по менеджерам, кстати? Один ангел. Я вот это вот, ребята, не особо знаю, что это с ангелами. В общем, у нас уже накопилось более 1000, ребята. Climb with Restart 1084, это, видимо, наверное, количество то ли ангелов, то ли нет, я не знаю, ребят, что это такое, но пока я эту кнопку не жму, мы посмотрим, что это будет у нас в дальнейшем. Жду ваши, ребята, комментариев по этому поводу, по ангелов, нужно нам побольше информации, и мы отправляемся, ребята, на Луну, посмотрим, как у нас дела обстоят на Луне. 19 триллионов там заработали, пока мы тут разговаривали. Вот такой у нас тут тоже бизнес довольно серьезный. Так, 1,7 у нас квадриллиона. А что, на Земле то же самое у нас, что ли, получается? Слушай, 1,7 квадриллиона и на Земле то же самое. Интересно. Доходы практически одинаковые. Так, здесь у нас что? Здесь же у нас апгрейды, ребята, интересным образом располагаются. Не так, как на Земле. Ботинки у нас здесь дают доход, значит, 640, если мы накопим ботинок, в общем-то, вот этих вот производств по продаже лунных ботинок, 6,5 увеличит наш доход. Это очень круто. Вообще-то на Земле там все увеличится в 2 раза, а здесь в 6,5.
И еще, вот как раз бары, кислородные бары. Я просто в шоке, ребята, от кислородных баров. Если мы их накопим 360 штук, мы увеличим их доход, получается, в 333 раза. Вы представляете? Какое это будет прибыльнейшее, просто прибыльнейшее дело. А у нас сейчас 253 накопилось, и с трудом ребята зарабатываются дальше. А нужно 360, это еще больше сотни нужно. Это много, это очень много. А что мы можем сделать, ребят, сейчас? Давайте еще по ачивкам быстренько пробежимся. Здесь, вот, значит, ачивок не так-то и много, как на земле. Ачивки довольно похожие. Так, менеджеры у нас, можно сейчас инвесторы, здесь 696 у нас client with restart собралось, и я думаю, можно купить сейчас по, не знаю, всего по единичке, давайте купим просто сырная у нас индустрия, сырная 32 миллиона, это у нас индустрия сыра, потом парк развлечений, видать, лунный, да? Ух ты, как это все долго, да 50 минут, обалдеть. Доход, конечно, да, сумасшедший. А здесь у нас оборотни, лунные оборотни. И гигантский лазер, ребята, покупаем все по единичке. Speed of all investment в два раза что-то у нас там увеличивается. Ну что, это круто, это круто. А 12 часов, ребята, 12 часов у нас лазер будет нам приносить прибыль за раз в 12 часов. Это капец долго. Так, сколько у нас есть денег для того, чтобы нам сконцентрироваться, ребята, мы будем концентрироваться на лазерах. Я уже заранее посмотрел, потому что шахта, сырная шахта у нас в 5 раз увеличивает свой доход. Ну, это, конечно, лучше, чем все на земле. Парк лунный какой-то у нас, парк развлечений, да, у нас получается 8 раз. Это неплохо, это неплохо. Следующая колония оборотней в 3 раза увеличивает. И гигантский лазер, ребята, посмотрите, 75 раз увеличивает свой доход. Поэтому нам нужно сконцентрировать все внимание на ботинках. Это первое, да? 6,5 там у них увеличивает свой доход, но я думаю, в дальнейшем будет еще больше. Самое большое внимание я уделю, наверное, кислородным барам, потому что 333 раза увеличивается, и гигантским лазером, ребята. Поэтому нам нужно сейчас концентрироваться, чтобы у нас гигантские лазеры и кислородные бары вот на первом месте должны у нас просто переть вперед, вообще как-то все это дело развивать. Так, 3,3 триллиона я могу потратить на то, чтобы гигантский лазер увеличил свой доход в 3 раза, ребята, в 3 раза. Давайте мы, наверное, это сделаем. Общий доход увеличивается в 9 раз, 10 триллионов. Давайте потратим эти деньги. Так, сколько у нас сейчас лазер дает нам? 332 миллиарда. Он нам дает, да? Доход, так, апгрейд, смотрим, увеличиваем его в 3 раза. 332 было, да? Увеличиваем в 3 раза, и получается 996 миллиардов. То есть это почти 1 триллион, ребята. Это круто. Ну ладно, так, посмотрим, что еще. В 9 раз увеличиваем, 10 триллионов. У нас есть деньги, мы можем себе это позволить. Почему бы и нет, ребят, давайте попробуем. Air filters. А, подожди, воздушные фильтры, погоди. Воздушные фильтры, air filters, это у нас что такое? Так, я что-то не понял. Air filters. Не знаю, ребят, что это. Я думал, может быть, это у нас... А тут у нас всего, получается, ачивок-то не так-то и много. А, я прям начал что-то с конца как-то двигаться. Ну ладно. Давайте мы, наверное, ботинки улучшим. Улучшим ботиночки. В 3 раза у нас доход. Здесь 14 миллионов. Ну, довольно они быстренько все-таки набираются. Так... Можно все подряд пойти, я думаю, может быть, нам хватит на все, ребят. Увеличиваем будки в 3 раза доход. Увеличиваем клонов там, да, какие-то. Open late в 3 раза. Увеличиваем лунный экспресс в 3 раза. Прикольно. И что тут еще у нас есть? Так, апгрейды. Ферма в 3 раза тоже увеличивается. Сейчас на ферма нам дает 1,9, почти 2 миллиона. Увеличиваем ее в 3 раза и получается у нас почти 6 миллионов. Круто. Все равно доход будет больше. Так, шахта у нас... так, эту шахту пока я не буду, наверное, трогать.
Все остальное у нас работает по единичке. Там даже менеджера нету. Давайте менеджеров поставим, чтобы они у нас работали. На гигантский лазер однозначно нужно купить бред менеджера. Сразу. Ну, на все остальные ребята тоже покупаю. На парк развлечений, на сырную лавку там, короче. Пускай они автоматом работают, пока нас не будет. Пусть и медленно, но все-таки будет приносить доход, все-таки будет больше доход, чем был до этого. Это уже здорово, ребята, это уже здорово. Так, и что я могу еще сделать? У меня осталось сейчас доход 1,7 квадролеона, ребята, квадролеончика. Можно нам увеличить по-прежнему, попробую сейчас доход увеличить еще. Что мы можем сейчас сделать, это увеличить, доход. Оксиген бар увеличивает в 3 раза доход, 275 триллионов. Это, ребята, достойно. Я думаю, гигантский лазер в 3 раза, но у нас это нужно 3 квадролеона для этого. Это много, ребята, это очень много. Давайте мы, наверное, кислородные бары наши увеличим, потому что я на них ставлю здесь основную, ребят, такое внимание даю им и основную ставочку на них именно. Надеюсь, что они будут самые доходные, ну, возможно. Так, 2,8 сейчас триллиона, да, 2,8 триллиончика, и мы сейчас увеличиваем их в 3 раза, тратим 275 триллионов, увеличиваем их в 3 раза, и 8,5 у нас становится триллионов. Посмотрите, они довольно быстро. Сейчас они будут просто бомбить. Я думаю, это будет одно из самых прибыльных направлений у меня на Луне. Поэтому вот оно, да. Вот так вот. 22 квадролеона следующие. 10 штук, если я буду покупать, да? Так, 1,4 у нас квадролеончика. Это всего лишь я один барчик могу купить за такую стоимость. Один бар. Вот это да, да, как же дорого тут все, как же тут дорого, ужас, ужас просто, цены бешеные, ребята, цены просто бешеные. Что еще можно сделать? Мы можем сейчас увеличить all profits на 9, 10 триллионов air filters. Давайте увеличим все доходы в 9 раз, это вообще возможно? Это реально, ребята, обалдеть, мы увеличили в 9 раз все доходы на Луне. Вы представляете, все доходы на Луне мы увеличили в 9 раз. Прекрасно. Так, ну, может быть, это нужно было сделать чуть попозже, но... Ну, пускай, ладно, пусть будет так. Пусть будет так. 76 триллионов это нам уже приносит, ребята, это нам уже приносит. Круто. Я думаю, наверное, нам стоит потратить деньги на... Давайте мы пока тратить деньги все не будем, ребят. Давайте мы пока все деньги тратить не будем. А мы отправимся, ребят, на Марс сейчас. Поедем мы на Марс и посмотрим. Мне безумно интересно, что же у нас будет на Марсе. В принципе, Луна, Земля у нас уже более-менее там живут. Все нормально, там уже есть деньги. А вот на Марсе я не знаю, что происходит. И, ребята, мы на Марсе. Вот он, Марс. Здесь все вот прям такое вот красное оформление. Другое. Нас здесь встретили очень тепло и горячо. Так, что здесь у нас происходит? Profit Martins увеличит в 2 раза. Что это такое? Я не знаю, ребята. Ready, что-то ready. Не знаю. Так, давайте мы... Это что у нас такое? Я не знаю, что это. Давайте почитаем, что здесь есть. Красная пыль. Марсианские, наверное, шоколадки, что ли? Man, люди... Багглс, это, наверное, какие-то жуки, возможно, не знаю. Какие-то порталы, амбассадорс, брейн, кейшн, мозги какие-то, лайфпод, террорформеры, это какие-то роботы, возможно, и everything. Что угодно, типа, что вообще? Что это такое? Так, апгрейды. Красная пыль умножается в 33 раза доход. Обалдеть. Ну, здесь вообще прямо жестко, слушайте, ребята. Прям доходы здесь вообще. Я смотрю, что апгрейды здесь очень серьезные. Так, менеджеров по-прежнему также нанимаем. Здесь у нас ангелы. Такие зелененькие ангелы. Я, кстати, не обращал внимания, какие у нас на Луне. Что-то не помню. Здесь они такие зеленые. С арфой. Ну, давайте, наверное, мы зарабатывать уже начнем. Раскручиваться будем на Марсе. Так, сразу я закупаю побольше.
Так, что-то у нас прям такие... Такая валюта, не знаю, ребят, как называется у нас валюта. Но здесь мы начинаем просто с каких-то копеечек, ребят. Посмотрите, у нас едва тут доллар набрался. Едва набрался у нас доллар. Так, ну чё, неплохо. Так, давай. А менеджер у нас сколько стоит? 100! Да ладно, 100 стоит? Это много. Это очень много, ребята, это очень много. Так, давай мы сразу на максимум так поставим, вот так вот раз. Прекрасно. Давай, 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 давай. 100 нужно набрать единиц. Это много. Так, марсианская. Шоколадки. Во, 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 на шоколадках сейчас мы подымемся. Сейчас мы заработаем. Потому что я смотрю на пыли, это просто... Что-то как-то вообще... Так, увеличивается доход в 3 раза от пыли. Ну, прекрасно, прекрасно. Так, уже 8 нам дается. Так, 33 нам шоколадка дает. Неплохо. Так, еще пыль-то вроде как я смотрю. Посмотри-ка, анлок у нас сколько? 400 нужно, чтобы увеличить ее еще раз, еще, так сказать, несколько раз. Пыль. Увеличить доход. Нужно набрать 400, нужно набрать 400. Вот она, да. Увеличиваем доходик и сразу уже вот более-менее пошло дело. Давайте сразу менеджера берем. На пыль у нас погнал менеджер, все, здорово. Красота. Так, анлок у нас сколько? 600, чтобы там увеличить еще доход. 600 мы сделаем. Думаю, без проблем. Так, давай, 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 шоколадочка, раскручивайся. Так, есть у нас, пыль увеличилась в 3 раза ее доход. Тоже погнали. Это уже интереснее. Так, менеджер. Менеджер стоит 5000 на шоколад. Менеджер стоит 5000 на шоколад. В 3 раза увеличивается доход у нас на что-то... На шоколадку еще, да, получается? 225. Ух ты! Шоколадка, в принципе, у нас довольно неплохо. Что у нас там? Вот LifePod это и Terraformer. 333 раза увеличивает свой доход. Нужно срочно добраться туда как-то. Так, давайте менеджера возьмем. Нужно 5000 накопить, чтобы нам взять менеджера. Это уже будет хороший такой шаг, серьезный, так сказать. Шажочек в будущее. Так, менеджер у нас 5000, а пыль увели... 800 нужно сделать ее, чтобы у нас 800 их нужно. Там мы сейчас быстро, я думаю, пыль на 800 вытащим без проблем. Без проблем на 800. Вот оно, да, увеличится в 3 раза. Погнали. Есть уже доход неплохой. Ну вот, хорошо. Так, все, менеджера ставим на пыль, вернее, General Candy Codes. Погоди, это у нас же на шоколадке, да, все нормально. Есть, на шоколадке мы поставили, круто. Так, что у нас с марсианской пылью? Мне нравится, что... А вот это вот что такое Ready? Я что-то не понял. Ready в 2 раза доход. Диплоу. Не знаю, ребят, что это значит. Так, увеличивается почему-то в 2 раза. 1000. Ну, давай, ладно, увеличим. Во, скорость, погнали. Хорошая скорость, отличная. Так, на максимум. 1200, чтобы увеличить в 3 раза пыль. Так. Вперед, вперед, родная. Идем. Так, отлично. Вот это скорость, вот это скорость. Так, уже 1100 мы почти набрали. Прикольно. Так, мэн. Тут уже сразу их 20 уже. О, вот это да. Так, сразу мэн, давай побольше на мэна. Еще. Так, менеджера на мэна можно поставить? 10 миллионов уже надо. Да ладно. Чтобы... Ну, 129 тысяч это нам приносит. В принципе, круто. В принципе, круто. Так, 1200 нам нужно всего лишь на пыль, чтобы она увеличилась 3 раза. Ну, нормально. Сделаем. Я думаю, мы успеем. Так, 1200. И мэн увеличит в 5 раз свой доход. Так, давай сюда. Прекрасно, прекрасно, ребята. Так, все идет здорово. Все идет здорово, нам нужно накопить 10 миллионов. 10 миллионов накапливаем.
Я сейчас мэнами тогда займусь, потому что я смотрю, их доход увеличивается аж в 5 раз. Нам нужно сделать соточку. Чтобы сделать сотку, нам нужно совсем чуть-чуть, и мы увеличим свой доход в 5 раз. Это будет уже отлично. 340 тысяч нам сразу мэн приносит. Да прекрасно. Посмотри, как марсианская пыль-то разогналась. Вообще классно. Так, давай, 375 тысяч. Давай, 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 давай. Осталось совсем чуток. Осталось совсем чуток, чтобы нам до соточки догнать. И поставим туда потом, сейчас мы возьмем менеджера, 10 миллионов. Это довольно много. Это довольно много. Это довольно много все это. Нужно нам все. Остается 6 штук всего. 3. 3 мена остается. Давайте еще возьмем 3 мена, и будет просто великолепно, ребята. Будет великолепно. Так, есть, есть, 5 раз доходы, 2 миллиона у нас становится, 2 миллиона, нужно брать менеджера сюда, на мена. Давайте, мужчины будут у нас на Марсе зажигать, марсианские товарищи. Так, 2,4, давай, 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 прекрасно, 2,4, копим, копим. Слушай, прям доход вообще прет, 2,4 миллиона, конечно, мены прям вообще жгут. Жгут по 2,5 миллиона у нас прибавляется. Это круто. Так, если я сделаю из них 200, у нас будет еще в 5 раз доход увеличиться. Это будет шикарно. Ну, нужно для этого сейчас менеджера поставить, и мы займемся, собственно, строительством, так сказать, мэнов, производством. Так, есть, ставим менеджера. Прекрасно, готово. Вот это другое дело, ребята. Вот это совершенно другое дело. Так, а что у нас там? 300 шоколадки. 300 у нас, да? Нужно догнать до 300, в принципе. Почему бы нет? Давайте мы сделаем даже 400. А следующий у нас 450. Увеличится в 3 раза. Доход, ну, наверное, лучше, наверное. Мне кажется, давайте мэнов догоним. Я думаю, ну вот я уже их вывел на хорошую скорость. Шоколадки у нас стали... В принципе, давать неплохо, довольно быстро все сейчас у нас работает. Так, а что у нас красной пылью? 1400 нужно там сделать, чтобы в 3 раза доход увеличить. Давайте, может быть, увеличим 1400. Вот, вот оно, да, в 3 раза доход, скорость увеличена. И я думаю, наверное, шоколадку еще тоже увеличим до 450. Там остается нам всего ничего остается... Еще 19 шоколадок, и у нас скорость будет совершенно другая, доходы будут намного быстрее расти, и все будет, так сказать, лучше. 10 остается шоколадок, давайте догоним до десяточки, будет просто прекрасно. Так, 6 есть, еще 4, 3, и будет вообще великолепно, ребята, будет великолепно. 5 есть! Профит у нас увеличится в 3 раза, 185. И скорость увеличена. Прекрасно, теперь занимаемся мэнами. Так, мэны нам нужно до 200 догнать. Это будет непросто, ребята, это будет непросто. До 200 их нужно допилить. Поэтому, ну, хотя у нас уже нужно нам сейчас 65 всего лишь построить мэнов. Ну что, ребят, у нас, в принципе, на Марсе это все идет неплохо. Я смотрю, Марс просто замечательная планета, на которой можно делать бизнес, ребята. Можно делать большой бизнес. И это будет вообще-то замечательно, ребят. Здесь интересные апгрейды, анлоки разные. Вот нужно терраформер, нужно догнать вот до этих терраформеров. LifePod тоже вообще шикарная штука. Но мне кажется, что все же здесь вот эти анлоки, да, которые мы разблокируем. Вот сейчас, допустим, написано, что троечка, она потом меняется. Она может быть уменьшаться, может быть увеличиваться. Там в разы совершенно будут апгрейды как-то здесь меняться. Они не как на Земле, здесь вот интересно как-то все сделано. На Луне и на Марсе здесь вот как-то сделано все оригинально. Прикольно, мне нравится, ребят. Посмотрите, как на Луне сейчас прет у нас. 44 нам остается всего лишь сейчас построить мэнов. 44 мэнов надо будет сделать. И будет просто великолепно. В принципе, доход уже больше... Ну, лям уже вообще быстренько набирается. Да, я скажу, даже 5 лямов довольно быстро набирается. 40 остается. Не знаю, успеем ли мы это сделать за эту серию, но в 5 раз можно доход увеличить.
в 5 раз это будет у нас пятнашка. 15 миллионов, это вообще шикарно, кстати. Шикарно. Так, а если бонус нам сделать на шоколадку, шоколадочка у нас 3, ну, в принципе, в 3 раза, ну, да, неплохо. Ребят, напишите в комментариях, что означает вот эта вот сверху надпись «Profit Martians», или как там называется, я не знаю, увеличить в 2 раза деплой, то есть, что это вообще нужно сделать, я что-то не понял вообще, в чем здесь смысл. Нужно ли это делать или нет? И, ребят, напишите по поводу вот этих вот ангелов. Насколько они нам полезны вообще? Стоит ли их закупать? И где бы их нам купить? Например, наверное, вот здесь, да? Ангел апгрейдс, наверное, как-то здесь можно сделать. Хотя здесь all profits увеличивают все доходы в 3 раза за 100 миллиардов. Ангелов, ангелов, ребята, ангелов. То есть не просто денежек, а ангелов. Ну, здесь, конечно, колоссальные суммы, секстиллионы, квадриллионы, триллионы, ну, все начинается, конечно. О, Reds, кстати, можно увеличить 15 миллионов и увеличить доход в 33 раза, ребята! Красная пыль у нас увеличится в 33 раза, ее доход увеличить можно. Это круто! Слушай, если мы сейчас ее увеличим в 33 раза, так мы бы довольно быстро сейчас наберем. В 33 раза это сколько у нас будет? Давайте, ребят, попробуем. Почему бы и нет? А увеличим красную пыль, доход в 33 раза. 15 лямов, блин, для этого надо. Так, я нажал тут автоматически. Быстро же все накопилось-то. Да, сейчас мы быстро наберем 15 лямов. Я смотрю, здесь 15 миллионов довольно быстро набирается уже. На Марсе у нас бизнес уже прет, уже, так сказать. Три направления работают просто великолепно. И мы увеличиваем 33 раз доход. 377 тысяч. Ребята, посмотрите, как бабло пошло. Вообще колоссально. Можно еще сейчас увеличить его в 3 раза, да. 200 догнать. До 200 мы догоняем пыль. Красную пыль до 200 догоним сейчас. И вообще будет шикарно, ребята. Будет, во, да, есть, 3 раза. 1,2 миллиона, ребята, посмотрите, как... Вообще прям баблище просто, ребята, течет вообще. Сумасшедшие деньги. Сумасшедшие. Так, давай еще закупим. Слушай, прям вообще пыль просто тащит, ребята, тащит. Я еще закупаю 200. Мне кажется, надо еще закупать, наверное, 173, да, 173. А пыли нужно будет закупить однозначно, ребята, закупить однозначно нужно будет столько пыли, потому что она сейчас, сейчас накопится уже почти 160-170. Мы покупаем, ребята, за 200 миллионов, там 250, вот она. Да, есть, 3 раза увеличим, 4,2 миллиона, вот это да. Ребята, Марс просто рулит, ребят, Марс просто рулит. Вообще супер просто, супер. Можно еще в 2 раза увеличить доход. Unlock у нас red, красная пыль увеличится в 2 раза, ребята. Так, 2 раза, это нам сколько нужно? До 2000 нужно сделать, чтобы еще в 2 раза увеличить. Посмотрите, как 4 миллиона зарабатываются быстро. Это просто невероятно. Это вначале можно раскручивать великолепно это все дело. Ребят, посмотрите, доходы просто 1900, обалдеть. Просто обалдеть. Так, давай еще закупаем сразу же. 4,5 миллиона. Нам нужно до 2000 догнать. Ребят, цели прям меняются с каждым разом. Мы хотели мэна увеличить в 5 раз. Хотя здесь посмотрите, что творится. 4,5 миллиона зарабатывается за доли секунды. Просто невероятные деньги. Колоссальные, ребят, суммы. Так, 4,6 миллиона. Сейчас нам еще остается, давай еще десяточку. Нам остается-то всего лишь 34, ну же. Давай, 27 остается, но прикольно. Мы уже почти до 1000 догнали. Почти до 1000. 19, 17 остается. А, круто. Давай еще, давай, 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 давай. Жги. Зарабатывай, отлично, десяточка осталась, десяточка, давай-давай. Десяточку вообще великолепно, 6, 5. Ну что, наш доход увеличится, ребята, в 2 раза сейчас. Это будет почти, ну, черт возьми, это будет... Сколько?
подожди, в два раза это... А, это скорость, получается, у нас увеличилась в два раза. Это не доход, а скорость у нас заработка. Увеличилась в два раза. Посмотрите, как потекли деньги. Капец. Так, увеличиваем в 5 раз сразу мена одним просто махом, ребят. Увеличиваем доход. 22 миллиона у нас здесь получается мена. Уже становятся менчики. 300 нужно сделать менов. Так, неплохо, неплохо. А если мы анлок сделаем на... Так, а что у нас тут апгрейд? У нас какой здесь апгрейд можно сделать? 33 доход можно увеличить на шоколадное. У нас увеличится в 33 раза доход шоколадки. Почему бы и нет, а? Давайте увеличим. 6 миллионов, ребята, стало. Вот уже миллиард мы накопили. Обалдеть. Вот эта сумма, вот эта сумма. 220 у нас нужно, чтобы нам увеличить еще пыль в 3 раза. Ребята, Марс, вот мне больше всего, ребята, сейчас вот я смотрю, начало здесь просто шикарное, захватывающее. Реально захватывающее начало. Потому что, ну это просто, ребят, потрясающее начало. Сразу можно так быстро раскрутиться, это офигенно, просто очень круто. Очень круто. Так, а если мы увеличим... так, либо нам сейчас увеличить можно красную пыль, либо шоколадки, либо менов. Так, ребята, что нам нужно? Что нам проще сделать? Чтобы нам проще? Что мы уже накопили? Так, шоколадки у нас сколько? Шоколадки все равно не приносят так быстро доход, если мы пыль увеличим. Но пыль нам, вот мы сейчас только можем рубануть там почти соточку. А нам нужно 220, чтобы увеличить еще в 3 раза. Так, а что там в 3 раза у нас доход, наверное, увеличится, да? Ну вот сотку мы накопили. Так, отлично. 5. Давай соточку. Соточку тащим. Еще можно, конечно, соточку. В принципе, уже, наверное, сложнее зарабатывается, да? Уже 2200 уже сложнее, ребята, накопить. Но, тем не менее, это возможно. Это возможно. 2116 уже у нас красной пыли. Это круто. Так, давай, 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 тащи. Осталось совсем немножко. Давайте 2200 мы сделаем, и доход у нас утроится. Пыль будет просто, не знаю, тащить, ребята. Мне кажется, здесь нужно на Марсе в самом начале всегда вкладываться. Ну, вот мне кажется, пыль здесь просто... Я ее недооценил вначале. Я подумал, что это как-то... Ну, как-то так. Не очень-то оно и серьезно, я подумал. Пыль, думаю, что-то как-то там начинаешь с каких-то сотых там зарабатывать. В самом начале она просто кажется, что, ну, вообще, то есть копейки какие-то приносит. Но здесь, посмотрите, анлоки какие. Какие апгрейды, на, ребята, на пыль. А может быть, еще какой-то здесь апгрейд есть на пыль, а, ребят? Давайте посмотрим. Может быть, еще какой-то здесь апгрейд есть на то, чтобы нам улучшить от профит. Мэн профит в 66 нужно. Ну, там такая цифра, что я даже, ребят, не прочитаю, что это, сколько это стоит. Это просто колоссальные, ребята, деньги. Просто колоссальные. Так, Man Profits 33. 100 миллиардов нужно для того, чтобы Profits Man'а прокачать на 33 раза. Это прикольно, это прикольно. Так, осталось нам всего лишь-то, получается, 40. 40 всего лишь, даже меньше 40, ребята, уже остается. И мы практически качаем нашу пыль на 2200. И она просто сейчас начинает дико-дико рулить. Так, пыль. Давай, 5 лямов она просто приносит, я не знаю, за сотые какие-то доли секунды. Доходы просто, ребята, колоссальные. Остается 30 всего лишь пыли. Меньше 30. Нормально, нормально. Прием прямо на Марсе. Ребят, Марс одна из самых интереснейших планет здесь. Возможно, разработчики добавят что-то еще, какие-то планеты. Я бы с радостью, ребят, посмотрел бы на них, потому что все они отличаются. На Земле какой-то вот именно идет такой вот прям порядок. Все по порядку, никаких отдельных каких-то сюрпризов там. В общем-то, ну там вот газеты интересно, там газеты прокачивают по порядку, то есть можно с помощью газет там прокачивать. Мне кажется, газеты выгоднее там всего, наверное, качать. Ну и нефтяные, конечно, нефтяные. Вышки там тоже очень выгодно. Но посмотрите, здесь мы с красной пыли вначале очень-очень быстро стартуем. И мне это очень нравится, ребят. Остается нам всего лишь 11 пыли для того, чтобы 11, даже 9 уже остается, ребята, чтобы нам выйти на совершенно другой уровень.
Так, анлок у нас будет в 3 раза, ребята, увеличиться, и нам нужно всего лишь 6 уже, остается 6. Это будет нечто, ребята. Я думаю, он скорость, наверное, все-таки увеличится, остается 4. Так, они все дороже и дороже становятся, 155 уже миллионов, стоит следующий апгрейд, это капец. И одна осталась, ну, да, ес. 15, представляете, 15 миллионов, друзья, это просто нечто, 15 миллионов, сейчас это все дело приносит, это, ребята, колоссальные деньги, вообще колоссальнейшие суммы, посмотрите, мы сейчас можем купить просто сразу несколько апгрейдов, мы можем... 520 у нас. О, мы можем сразу шоколадку качнуть, например. Посмотрите, в 2 раза увеличили доходы. Посмотрите, 28 миллионов она сразу же качает у нас, да? В 33,33 увеличивается у нас доход шоколадной фабрики. И мены у нас. Мены можно напоследок, ребят, качнуть, наверное, менов. Увеличим их в 5 раз. Это нужно нам, наверное, догнать до 300, чтобы у нас было, да? 27 лямов. Так, нормально. Прикольно. Ну что же, остается нам 48. Не знаю, что у нас там красная пыль. Как она у нас? Красная пыль вообще просто мега, ребята, тащит. Просто мега. Ну, мены у нас уже дорогие, дорогие. Так, остается у нас 49, ребята. 39, вернее, 39. Нормально, уже даже меньше. В принципе, мы можем, кстати, сколько там? Ну, в 5 раз, ребята, увеличим доход в 5 раз. И я думаю, это будет хорошая работа, ребят, на Марсе. Хороший старт, так сказать. Я тут, я так понимаю, Terraformer. Это у нас будет самая последняя, самая дорогая. Септилионы там будут у нас уже, ребята. Септилионы. То есть это такие просто невероятно огромные, ребята, суммы денег, что их даже сложно, ребят, представить. Мне кажется, их такую сумму, если это все, не знаю, не в электронном виде. В электронном виде это понятно, это как-то не ощущается, но если это видеть количество денег, сколько это, мне кажется, нужно, наверное, больше дома, наверное, частного. Просто несколько грузовиков бумаги для того, чтобы просто понять, какая-то сумма огромная. Так, ну остается нам всего лишь здесь сколько? 22. 22 у нас остается мена, нам нужно купить. Деньги прибавляются очень-очень быстро. Так, анлок у нас сколько на пыль? 2400. 2400 это у нас получается еще доходы утроятся, ребята. Еще доходы утроятся у пыли. Это будет сколько у нас получается? Это будет у нас 45. Вы представляете, какая-то будет сумма? 45 лямов, это капец просто. За доли секунды 45 миллионов. Мне кажется, это будет очень-очень много. Очень много. Остается всего лишь у нас 16. 16, ребята. 16 менов. И мы их увеличиваем в 5 раз. 5 умножаем на... сколько у нас там получается? Можно пока смотаться, ребят, на Луну или на Землю, посмотреть, что у нас там на Земле происходит. Пока мы здесь были на Марсе, 120 триллионов у нас заработали на Земле. А на Земле, я думаю, наверное, нам нужно будет купить. А на Земле мы ничего и не купим-то, собственно. Какие-нибудь, может, апгрейды мы сделаем. И апгрейды пока тоже мы не сделаем. Так, потому что здесь можно, наверное, нам какой-то апгрейд. Я не знаю, ребят, что тут можно еще сделать на Земле. Так, инвесторы. Ну, с инвесторами пока неизвестно, ребят. Буду ждать ваших комментариев по поводу инвесторов. Вот. Давайте мы тогда на Луну слетаем. Ну, я не знаю, что тут можно. Что мы тут по максимуму можем купить? Так, по максимуму мы можем купить, наверное, я не знаю. Может быть, сейчас какую-то нефтяную вышечку купим, наверное. Или давайте газет возьмем по максимуму. Вот так вот, да. Прокачаем, по-моему, мы автобойку сейчас качнули, да, увеличили в 3 раза. Пускай увеличим, да, донат-шоп у нас следующий увеличится в 2 раза. Вот газеты у нас увеличивают донат-шоп в 2 раза доход, и это будет довольно неплохо. И мы летим сейчас на Луну, посмотрим, что у нас на Луне. 5,6 квадриллиончиков мы заработали на Луне, пока мы были.
на Марсе, на Земле, мотались, мотылялись, и сейчас, может быть, мы увеличим какие-то доходы на... Так, а что у нас тут еще есть? Может быть, увеличим доход от... Так, а ботинки у нас здесь сколько? 640. По максимуму мы можем сейчас докупить? 640. Так, 640. Давайте возьмем... Ну, давайте докупим их. Да, есть 640. 6,5 увеличивается у нас. Ботиночки у нас. Так, хорошо, ботинки. Может быть, мы еще что-то сделаем? Так, а если мы в 7 раз увеличим 1280 на одном ботинок для того, чтобы увеличить в 7 раз доходы? Но все равно это не как на Марсе, не как это на Марсе однозначно. Так, и увеличим еще в 3 раза тогда. 30 триллионов я потрачу на увеличение дохода ботинок. Так, увеличиваем их еще раз. Так, 3,5 миллиарда, вернее, у нас уже там становится... ну, нормально, нормально, ребят. Нормально. Все как бы растет, развивается. И это круто. Так, а вот лазеры мы пока не добраться до них не можем. Вот. И, собственно, нам, наверное, остается лишь только лететь, ребята, на Марс. Лететь на Марс. И на Марсе, я думаю, у нас 26 миллиардов мы заработали вот за такое короткое, ребята, время. За такое короткое время 26 миллиардов. Да. Так, а что это? Я сейчас смотрю, что-то как-то вообще... Yes! В 5 раз, ребята, увеличиваем доходы. 162 миллиона. Обалдеть. Вот эта сумма, ребята. Вот эта сумма. Просто потрясающе. Ну что же, я думаю, на этом мы серию нашу будем завершать. Если вам, ребят, понравилась игрушка «Приключения капиталиста», ребят, ставьте обязательно лайк, пишите полезные комментарии. С вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока-пока!